Привет, дорогие друзья! Специально для гламура я отвечу на самые популярные вопросы о себе, которые интересуют вас, если вам интересно. Я училась до 4 класса в 4-й школе-интернат в Риге, а потом мы всем классом перешли из 3-го в 5-й сразу, без 4-го класса, в Рижскую универсальную среднюю школу, ну или раньше она называлась номер 52, вот так вот. Я училась хорошо. В основном я была отличницей до класса 6-го, наверное, даже, может быть, 7-го. Вот. А потом немножко все хуже, хуже и хуже. В итоге я закончила в среднем на 6 баллов из 10. Ну, вы знаете, стресс в последние дни достаточно сильный. Ну, и начала бегать. Ну, аппетита особо не было. Ну, и так резко раз-раз-раз похудела, а потом что? А потом ничего, я бегаю. Я бегаю, и это очень подтягивает. Вот сейчас целую неделю не бегала, и это кошмар, завтра исправлюсь. Но я всегда мечтала быть актрисой. Я с детства, с 1-го класса ходила в театральную студию, потом в модельную школу. Я всегда хотела быть вот где-то в шоу-бизнесе. Мне очень это все привлекало и нравилось. Поэтому, собственно, после института в Латвии я попробовала поступить сюда, в театральное заведение. Поступила в ВГИК, и, собственно, так все и пошло. Я не уходила из закрытой школы. По сценарию, еще по испанской версии, а мы были обязаны соблюдать испанский сценарий на 90% как минимум, мою героиню убивали, поэтому, собственно, так и сделали. Ну и плюс я уже была беременна Тимофеем, поэтому было сложно скрывать тот факт, что я беременна. По-моему, в 22, я уж точно не помню, если честно. У меня их двое, Тимофей и Мия. Разница у них 3 года. Нет, друзья, у меня скорее роман с его женой. Шутка, нет, мы просто общаемся иногда, дружим. Вот недавно с Аидой переписывались, кстати. Вот, и ну, так вот просто познакомились и общаемся. Да, я сначала поставила только верхние виниры, а потом добавила и нижние. Я очень довольна. Обожаю виниры. Мне кажется, это лучше, чем отбеливать. У меня их 5 у меня татуировок. У меня рост 170 сантиметров. Он все хуже и хуже, ребятки. То, что я похудела с этим карантином, скоро уйдет, мне кажется. Ну, сейчас давайте совру чуть-чуть. 56 килограммов. У нас общие собаки с моим бывшим супругом. У нас Став Валли, шпиц Кефир и кот Солёр. Ни с кем. Я рыба. Вообще, в паспорте у меня написано русская, но я родилась в Латвии, поэтому можно сказать, что я латышка. Ну, еще можно сказать, что там есть примесь Белоруссии и Мордовии, потому что, знаете что, в этом Советском Союзе все смешалось. Моя фамилия произносится так – Мутанец. Спасибо большое, это было специально для гламура. Надеюсь, вам там не скучно, сидите дома.